Дорогі наші глядачі, як завжди, вітаємо вас увечері в понеділок. Нещодавно ми у середу з полковником Світаном обговорювали підсумки минулого тижня. І тут за кілька днів знову подій накопичилося стільки, що ми починаємо новий тиждень із абсолютно гарячих тем і говоримо про важливі події навколо нашої війни, протистояння із Росією, протидії російській агресії. І полковник Роман Світан, наш традиційний гість. Пане полковнику, вітаю. Бажаю всім здоров'я. У нас сьогодні день почався із раптового, неоголошеного візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва. І, звичайно, що усіх цікавить питання, з чим і для чого канцлер Шольц приїхав до Києва. І це питання навіть не про вміст його, цієї таємничої сріблястої блискучої валізи, хоча і вона всіх заінтригувала. А, власне, питання по суті. Чи Шольц приїхав так, з таким передвиборчим своїм турне, бо в Німеччині скоро вибори, а шанси в нього не дуже високі на перемогу. І приїхав він з пакетом оборонної допомоги і з конкретними, очевидно, пропозиціями, як Німеччина далі буде працювати з Україною. Чи навпаки, Олаф Шольц після дзвінка Путіну приїхав до Києва схиляти нас до якогось перемир'я, замороження війни? Що можна сказати? Які версії видаються найбільш правдоподібними? Ми, звісно, послухаємо його самого на брифінгу на прес-конференції сьогодні. Бачимо, що візит дуже і дуже інтенсивний. Ну, если бы там рядом еще молодая Натали Портман была с Фикусом, можно было бы сказать, что Леон Киллер приехал. А так реально, конечно, чемоданчик, да, действительно заинтриговал. Похож на путинский какашник, у него постоянно такие несколько штук рядышком. Сейчас увеличилось количество этих чемоданов у Путина. Мог один, кстати, передать и Шольцу. Поносить, по крайней мере, или привести на анализ. Ну, а если реально и серьезно, то две задачи, скорее всего, Шольц выполнял. Первое – это промониторить ситуацию, на что реально согласна политическая власть или, по крайней мере, политики Украины, часть политиков Украины по сдаче наших интересов, по капитуляции. Механизм капитуляции, потому что он проводит несколько телефонных звонков, консультации проводит и с Путиным, мы это слышали, и с Трампом, с тем же Орбаном. То есть и быть в курсе дел, то есть вот этой капитуляции, которую нас сейчас наше политическое руководство будет склонять. Ну и второе, это использовать вот такого рода участие свое в подготовке и в сопровождении капитуляционного настроения Украины, украинского политикума, вернее, а уже для своих целей политических. У него в феврале, по-моему, 23 февраля, там выборы, перевыборы. То есть он хочет на этой волне, типа участия в капитуляции украинской, на этой волне получить какие-то баллы. Ну, естественно, ему надо быть в курсе всех событий, а лучше информационно показывать, что он вообще является генератором такого рода действий. Вот, скорее всего, чемоданчики, такой генератор этих событий, это раз. Ну и, естественно, хочет тоже причаститься к или вступить в секту такую свидетелей мирных переговоров, то есть отношений с Путиным. Но он не уже вступил, по большому счету, после звонка Путину, то есть он уже основной сектант, как это, так это точно. Ну, це фото, до речі, Шольца із валізкою, яке ми побачили, також наштовхнуло людей сьогодні на активну таку творчість, фантазію. Серед жартів, звичайно, лунав і той, що це перший європейський політичний біженець, який навпаки з Берліна до Києва приїхав. Шольца справді дещо такий зранку був з поїзда помнутий вигляд, та ще й ця валізка. Ну і, звичайно, і про Леона Кіллера дуже доречний жарт абсолютно. І багато інших асоціацій. Але поза тим, звичайно, Шольц якраз мало усміхався і жартував сьогодні під час різних зустрічей впродовж дня. Є багато фото, в нього справді була дуже насичена програма. І я звернув увагу на те, щоб Володимир Зеленський його повів, по-перше, в місця пам'яті за нашими загиблими. От на Майдані вони були, віддавали шану нашим військовим. Там є таке ціла клумба, поле таке з прапорцями, портретами наших військових. Ну, а ще Шольц, власне, відправився до, я скріншот зробив, до госпіталя з нашими військовими. Туди його теж завів.
провів президент Зеленський, вони поспілкувалися з нашими пораненими ветеранами. І виникає таке питання, що Зеленський, очевидно, свідомо це зробив, або Шольцу не спадало навіть на думку штовхати нас до якоїсь заморозки конфлікту, до якоїсь капітуляції. Нехай він подивиться, скільки було заплачено за цю боротьбу, в процесі цієї боротьби проти російської агресії. Тут ці кадри Шольца в госпіталі, вони, звичайно, ну, нас, скажімо так, наводять на таку думку. Сам-то він що в цей момент подумав і чи якось змінилася його позиція? Ну, ни один, ни другой к Майдану отношения абсолютно никакого не имеют. Это рядом называется постояли, слышали каким-то краем уха, это как минимум. А то, что сейчас чекиниться начали на майданных кадрах, ну так это как раз не дает им положительных каких-то баллов, по крайней мере тем, кто видел. Мы, донецкие офицеры запаса, уже 2 декабря 2013 года были на Майдане, наша организация. Донецкое объединение воли. И вот это действие. А после этого, когда смотришь на таких чудиков, которые никакого отношения к Майдану не имели, но фотографируются на этих площадях, ну, сразу закрадывается мнение о том, что просто для поднятия каких-то своих... пытаются присоседиться. Ну, естественно, подрисоваться в информационном потоке. То, что к... на нашим раненым приехали, та же самая картина. Ну а кто виноват в том, что у нас столько раненых? Кто не дает уничтожать логистические цепочки российские? Кто? Шольц. Таурусы до сих пор не передают, даже не думают передавать. А то количество вооружений, которое они передают, не маленькое, второе после Соединенных Штатов. Так это для окопных войн. Это как раз для того он передает большое количество вооружений. Как раз для того, чтобы у нас было большое количество раненых и убитых. Потому что окопная война, нас не выпускают из окопных войн, в которых, если она дальше будет продолжаться без нового движения там, авиационной компоненты, технологических механизмов, мы проиграем, мы все станем такими 200-ми и 300-ми. В окопных войнах мы проиграем россиянам, потому что у них ресурс больше, причем ресурсы и человеческие, и технические, в том числе, для окопных войн. А механизмов технологических третьего тысячелетия мы сами почему-то за 30 лет не произвели. Это вопрос уже к одному участнику этих всех фотографий. А, допустим, нам не поставили те же немцы, еще раз повторюсь, по Таурусу. Было бы у нас несколько сотен Таурусов, так не приехали бы, просто не доехали до линии боевого соприкосновения большая часть и российской, и северокорейской техники, военные боеприпасы. И было бы поменьше у нас раненых и убитых. Потому к Шольцу, ну что Шольцу сказать? Ну приехал покрасоваться, пофотографироваться, потянет эти фотографии, сейчас вложит в общий информационный поток, опять же, для создания для себя любимого картинки в Германии. Ну а наши политики, само собой, они с подмостков не вылазят. Это у них такая профпригодность в основном. Тянет их на сцену, тянет их пофотографироваться где-то, поторговать своими фейсами. Насправді, з західними партнерами такий останнім часом дивний діалог. Спочатку вони роками думають, тягнуть чи давати нам дозвіл бити атакамсами вглиб Росії чи Таурусами. А потім кажуть, що, мовляв, вам пора знижувати мобілізаційний вік до 18 років, бо людей на фронті бракує. Так ось вони, ці люди, прапорцями от на майданах, зараз, власне кажучи, позначена кількість полеглих наших. І по госпіталях можемо поранених так само побачити і зрозуміти, яка їх кількість. Це, власне, питання про мобілізацію і резерви, і запас нашої міцності людської, скажімо так, людських ресурсів, якщо можна так висловити. Які можна би було вберегти якраз за рахунок цього далекобійного озброєння. Тому тут я абсолютно вас підтримую. Тим часом днями від нашої влади прозвучала така от риторика стосовно того, як далі може розвиватися протистояння з Росією і на яких умовах Україна буде згодна власне почати перемовини стосовно заспокоєння лінії фронту, зменшення інтенсивності боїв. Я маю
увазі те, що президент Зеленський от днями перше інтерв'ю для Sky News видав, а по-друге, і прес-конференцію вчора він провів з європейськими гостями спільно, де говорив про те, що Україна готова розглянути умовну заморозку бойових дій в обмін на гарантії безпеки і готові розглянути умову дії введення в дію 5 статті договору НАТО до лінії фронту на ту територію України, яку контролює наша влада, наше військо, наша армія. І от раніше ми знаємо, що зовсім категорично рік тому президент Зеленський навіть не хотів говорити про подібні варіанти. Зараз він допускає, що це може бути можливо за умови, знову ж таки повторюсь, саме надання гарантій безпеки з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів. Однак у нас Трамп, так би мовити, на горизонті маячить, і там зовсім інше бачення ситуації. Хоча ми ще не знаємо, ким буде план Трампа, з яким він реально вийде на арену, так поки що тільки звучать різні думки з його оточення, скажімо так. Але думка і риторика української влади змінюється, і то категорично змінюється. Як ви це розумієте, як ви це пояснюєте? Вы правильно акценты расставили. Это как раз украинской власти риторика, опять это зеленые власти. Ну, четко надо же понимать. Политической власти риторика меняется. Это не Украины, никакого отношения риторика зеленой власти к украинскому видению развития ситуации абсолютно не имеет. Потому они выражают свое видение, в принципе, оно абсолютно не изменилось. Вот здесь тоже 2 года назад, то есть 1,5-2 года назад было одно, а 2,5 года назад было то же самое. Вспоминайте Стамбул и сдачу Крыма и Донбасса россиянам. Ну, так один в один, ведь никуда она не поменялась, эта риторика. Они как вступали в войну, это зеленая власть, они в 22-м году вступали в войну с этой риторикой, сдать Крым и Донбасс. А сейчас та же самая картина. Сдать Крым и Донбасс еще и сверху намазать Запорожской и Херсонской областями. Потому я тут изменений риторики абсолютно не увидел. 111-я статья госизмена, да, здесь она ярче, так сказать, сейчас проявилась. А вообще это секта мирных, вернее, секта свидетелей мирных переговоров, она ж никуда не делась. Она вся тут. Причем базис с израильскими паспортами. Вы же помните 22-й год. Беннет, Абрамович, израильтяне, которые эту тему в Стамбуле пропихивали, именно сдачу Крыма и Донбасса. Сейчас их адепты, можно так сказать, в нашей власти, но все-таки с частью израильских паспортов, они дальше ее продолжают. Ничего абсолютно нового не произошло, и так и надо к этому относиться. Сдачу наших территорий эта власть, она готовила еще как минимум с 22-го года, со Стамбула. Сейчас как это будет называться, Стамбул-3 или Стамбул-2, или Минск-3, или еще что-то, это уже будет зависеть от фантазии этих властей. Опять, это абсолютно никакого отношения к Украине не имеет. Ну, то есть у нас была такая же самая власть Януковича, вы же помните, чем это закончилось, он где-то болтается, он там в Москве пытался сдаваться, ну он сдался, вопросов нет, только Украина же не сдалась. Потому и здесь та же самая картина. Пытаются сдаться, ну да пусть сдаются, кто им мешает. Просто Украина тут абсолютно ни при чем. И, естественно, это видение совсем не наше, больше оккупационной израильской темы, а не украинской, не проукраинской. У украинцев основная такая задача, такой украиноцентризм, я бы так сказал. Земля, воля, а по-другому никак, иначе... Украинец без земли и воли не украинец, потому ни землю нашу, ни волю никто никому не отдаст. А это, скорее всего, не украинцы с неукраинскими паспортами в кармане. Это однозначно не украинская власть, потому может что угодно делать. Это и у них больше проблемы. Как не попасться потом нашей контрразведке по 111 статье за госизмену. Потому ничего нового. Естественно, ничего страшного. То есть это все уже было. Как будут дальше развиваться события? Ну, практически по одной стезе. Потому что сейчас уже ситуация заставляет любую власть, неважно, чья она есть и какие паспорта у нее там по кармане рассованы, им придется сейчас восстанавливать Конституцию Украины. У нас парламентско-президентская республика, кто забыл. Это для канцелярских крыс в основном. Почитайте Конституцию. Парламентско-президентская руководит государством. Не канцелярия,
И когда канцелярия руководит государством, это уже узурпация власти, еще одна статья Уголовного кодекса, и там может плохо закончиться. А руководить государством Кабмин, кабинет министров, выбранный Верховной Радой, и оптимальный вариант это сейчас как раз смена команды Кабмина на людей, которые имеют базовое военное образование. Страна, которая ведет войну и которая пытается защищаться, это как минимум, оптимальный вариант, чтобы ею руководили люди с базовым военным образованием. У нас есть десятки толковых генералов в отставке, в запасе, неважно, которые могут взять на себя эти бразды правления страной, причем в конституционный способ, то есть не надо никаких майданов. Майданы в прошлом, в 2013-2014 году, этот мы уже рубеж прошли, а сейчас надо заставлять вот эти остатки так называемой политической власти как раз принимать такого рода решения. И вот потом уже будет совсем другое видение развития ситуации, тогда уже эта власть не способна консолидировать общество, это ж понятно. Если она за 5 лет не консолидировала, то за 6-й год еще непонятно с какими полномочиями, не подтвержденными тем же Конституционным судом, она точно общество не сконсолидирует. Потому оптимально это как раз вот такая, я бы сказал, базисная военная подготовка. На этом базисе можно отстроить систему управления государством. Причем, еще раз повторюсь, в легитимний, в легальний конституційний спосіб. Я, власне, повертаючись до свого питання про часткову, скажімо так, часткове запрошення України до НАТО чи часткову дію 5 статті, хотів би тут уточнити, щоб ми, ну, не, скажімо так, не давали простору для маніпуляції домислів. Маю на увазі, що рік тому, в грудні 23-го року, президент Зеленський, відповідаючи під час прес-конференції на питання, чи може Україна погодитися на часткове запрошення до НАТО, тобто вступ до НАТО частинами, якось так це звучало, так, коли спочатку там запрошують якось от ту частину, яку контролює, а потім приєднують всю іншу територію, яку ми потім звільнимо в той чи інший спосіб. Тоді Зеленський різко дуже відреагував, сказав, що це, ну, повна нісенітниця, яке запрошення частинами, от в нас, значить, і Конституція не дозволяє, і так далі, унітарна країна, і так далі. Тепер же, от учора в ході прес-конференції президент сказав наступне, не може бути запрошення в НАТО частини території України, це автоматичне визнання того, що всі інші території не тільки в небезпеці, але що інші території не українські, тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але, далі йде найважливіше, але ми розуміємо, що 5 стаття договору НАТО не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризики залучення їх у війну. Тобто тут з'явилося вже але, і в принципі зрозуміло, що допускає наш президент такий розвиток подій, що ми отримуємо запрошення до НАТО всієї України, звісно. Але ця гарантія безпеки колективна діє, звичайно, до лінії фронту, а далі ми вже йдемо на компроміс там якийсь із Росією, з Путіним, і НАТО туди не втручається, ну бо НАТО не хоче з Росією зараз воювати. Тобто це вже така реальна політика, та real політик, і в принципі Зеленський на неї згоден. Це читається з його відповіді. Це, так би мовити, життя і реальність підштовхнула дійсність президента до цього але, скажімо так. Чи, власне кажучи, якісь інші фактори, от, не знаю, прихід Трампа, ще інші фактори вплинули? Ну, это его личное видение. Оно к Украине никакого отношения не имеет. Еще раз повторюсь, этой команды, вот они так себя видят, год назад так видели, 2 года так, сегодня так, завтра будет по-другому. Ну, и это их болтает, как навоз в проруби. Ну, не украинская власть. Еще раз повторюсь, для украинцев, если бы это были украинцы, настоящие украинцы, то для украинца любого земля и воля два основополагающих критерия, которые он в этой жизни держит, по крайней мере, как украинца, как минимум. Потому кто будет, какой дурак будет продавать землю, если ты украинец, а только не украинская власть могла продавать землю, ну и тем более волю. Почему? Потому что такая риторика – это практически продажа воли, продажа земли. То есть отказ от земли и отказ, естественно, от принятия решений, то есть потеря суверенитета. Почему земля и воля? И она созвучна, кстати, этот лозунг, можно так сказать, а он созвучен с присягой любого военного украинца, которая дается народу, не президент, не Верховной Раде, не правительству, никому, народу Украины,
сохранять суверенитет и территориальную целостность. Суверенитет – это воля, территориальная целостность – это земля. Земля и воля. Все остальное – это вообще инсинуации, никакого отношения к Украину, к Украине не имеющие. Потому что что угодно можно говорить и риторику менять как попало. Потому что ну, вот Янукович ее менял, я уже повторяю сколько раз. Он ее менял на 180 градусов в течение нескольких дней. И к чему это привело? Он то же самое приведет. Вот Янукович в Москву, эти поедут в Израиль. Ну, скорее всего, в Тель-Авив, куда, где у них там есть, чьи у них паспорта, туда и понесутся. А потому никаких, никаких действий по этим заявлениям точно никто делать не будет. Тем более это еще идет вразрез с нашей Конституцией и попадает под статьи Уголовного кодекса. 110 и 111, это как минимум. Госизмену и призывы к изменению территориальной целостности государства. Потому контрразведка у нас, они уже сейчас просто волки, разорвут кого угодно, только дайте повод. Вот пока только говорильня такая, ни о чем. А как только повод появится, там лоскута на лоскуте не останется. А все, что касается НАТО и вообще вступления в НАТО, там распространение там, пятой поправки, еще что-то, это словоблудие. Почему словоблудие? Потому что есть определенные механизмы вступления в НАТО. Это механизмы заключения 30, вот сейчас 32 страны. 32 договора мы должны заключить с каждой из стран натовских. Вот только после этого, а в каждом договоре с каждой страной прописываются определенные условия, то есть взаимодействия, взаимоподдержки. И причем 32 страны, 32 разных договора с разными механизмами. То есть каждая страна друг другу дает свои механизмы прикрытия, допустим, при выполнении боевых действий или при угрозе как таковой. Так вот, чтобы эти договора начать заключать, сначала все страны должны нас пригласить к заключению этих договоров. Это не пятая статья Конституции, это не зонтик натовский военный или там ядерный, это просто приглашение к заключению договоров с 32 странами. Так вот это приглашение может хоть завтра дать НАТО все, но они должны принять решение как раз все вместе. Вчера это можно было сделать. Больше скажу, 10 лет назад это можно было сделать, 15 лет. В 2008 году, когда вопрос этот ставился, тогда это можно было сделать, еще 15 лет заключать договоры с 32 странами. Да, это Швецию и Финляндию приняли там за год, за полтора. Они быстро получили приглашение и за год заключили эти договоры. И то там же, помните, как и Венгрия, и Турция там носом крутили, там каждый себе какие-то свои коврижки выдавливал с этих стран уже, включив свои заинтересованности. Здесь та же самая картина. Потому без словоблудия. Механизма два, то есть два шага вступления в НАТО. Первое – это приглашение. Можем получить в любое время, если все 32 страны будут за пригласить нас в НАТО. А дальше вступление в саму в НАТО – это когда последний договор будет подписан и ратифицирован. После этого уже принимается решение всеми странами, даже не принимается решение, а уже обозначается как Украина, как страна, там 33-я страна, вступившая в НАТО, на которой раскрывается та же пятая статья этих договоров натовских и прикрывается определенным зонтиком, опять же, ядерным тем же, если будут эти вещи прописаны, допустим, в договоре. А все остальное, опять еще раз повторюсь, словоблудие. И вот эти все сказки про получение гарантий, если мы там отдадим наши территории и какие-то гарантии получить, ну, получим мы какую-то бумажку, у нас она вон лежит, Будапештский меморандум, так с ним в туалет даже не сходишь уже, за это время бумага, это самое, рассыпется. То есть еще раз одну такую бумажку получить, она абсолютно не нужна. А реальная, конечно, гарантия нашей безопасности, это наша армия, сильное государство, институционально, естественно, экономически, плюс ядерное оружие. Хотя бы тактическое, несколько сотен боезапасов надо иметь и средства их доставки. Вот это правильный ход и грамотный. А все остальное, ну вот мы сейчас слышим это словоблудие, причем непонятно для чего надо. Оно в принципе, понятно, почему оно сейчас слышится и очень быстро. Непонятно для чего, но почему понятно, что впереди заход Трампа в январе следующего года. То есть осталось где-то 2 месяца этой власти пожировать, а потом они не знают, что с этим делать. Почему? Потому что
у Трампа серьезная команда, та республиканской партии, которая ну, готова на лоскуты разорвать наших канцелярских крыс, крадунов, так называемых. Начиная от Виктории Спарца, заканчивая там с десятком, как минимум, конгрессменов, которые прекрасно понимают, куда шли деньги и где они делись американских налогоплательщиков, которые воровались нашими канцелярскими крысами, включая байденовских демократических крыс. Там еще те крысищи. Они ж не наш бюджет обворовывали, они обворовывали как раз американский бюджет, сначала выводя деньги под нашу борьбу с Россией, а потом они куда-то не доходили до линии фронта. Вот кто знает, куда делись 60 миллиардов в мае месяце выделенных. Вот возьмите, посчитайте, 60 миллиардов долларов на год, это сколько? 52 недели. Но даже если на год, до мая следующего года, 60 миллиардов, да мы каждую неделю больше миллиарда долларов должны получать вооружений и помощи. Где они? Вот естественно, что они где-то разворованы. Вот за этими деньгами, в конце концов, придет Виктория Спарц со всей этой системой контроля и еще вытащит на, естественно, свет Божий и демократов Байдена. Он, правда, успел с Хантера своего помиловать, вывел из-под одного удара. Сьогодні всі це обговорюють, Хантера Байдена, його помилування. Я думаю, це багатьох, ну, і когось повеселило, а когось, так, скажімо так, згірчило відчуття від останніх днів Байдена на посаді. Так і є. Тому механізми ті будуть запущені, а наші канцелярські цього бояться. Вони намагаються почиститися, а може потім і розбіжатися на кінець января, не давая возможности, допустим, уже участвовать в процессах Трампу республиканской партии. Почему сейчас попытка сдаться побыстрее до захода Трампа, попытка сдаться и закрыть эту тему? А что значит, допустим, капитуляция Украины, которая сейчас призывает зеленая команда? Это в чистом виде капитуляция. То есть прекращение боевых действий за возврат своих территорий – это капитуляция. То есть практически эти территории отдаются противнику на неопределенное время. Капитуляция. А так вот они пытаются закрыть полностью эту тему для того, чтобы у следующей команды, у республиканцев, не было возможности как-то начать ею управлять в том числе и спросить, а куда делись 60 миллиардов долларов именно американских налогоплательщиков. А реально так не 60, а под 200. В районе 180 миллиардов долларов было выделено американских бюджетных средств на помощь Украине. Мы их что, видели? Ну, то есть вот этот вопрос, естественно, есть не только у украинцев, украинской армии, украинского народа. Это есть вопросы и у новой команды Трампа, трампистов. Вот Виктория Спарц, украинка, этническая украинка, которая, ну, попытается, по крайней мере, добраться до каждого цента. И вопрос, естественно, у нашей власти. Боятся они этого, сейчас будут пытаться сдаваться. Ну, мы посмотрим за этими потугами, как у них получится. Пане полковнику, ви тут же самі прям звучите як член команди Дональда Трампа з питань безпеки і контролю над виділеними грошима. Зрештою, я так, в принципі, собі припускаю, уявляю, що масштабні розкрадання грошей американської допомоги, так, були б неможливі без участі в цьому членів попередньої адміністрації президента Байдена, його політичних соратників, бо американці, в принципі, вміють долари рахувати і знають, куди ці долари йдуть. Але це велика тема, ми тут просто в ній загрузнемо абсолютно. Я хотів ще, оскільки у нас кілька хвилин буквально лишається, розпитати вас про ситуацію в Сирії і вашу думку стосовно того, як там усе розвивається, тому що розвивається все дуже стрімко. Члени групування Хаят Тахріра Шам, цього протурецького, в наступі далі перебувають, вже захопили не тільки там провінцію Ідліб і Алеппо, але рухаються далі в наступні регіони Сирії. Сьогодні ГУР повідомили нам у своєму такому звіті, своєму баченні, доповіді про ситуацію в Сирії, про те, що звідти поспішно тікають російські дипломати і російські військові. Ми бачимо, як палять російські прапори
гори. Там, до речі, маємо відповідне відео. Можемо показати це. Нам завжди приємно спостерігати, як триколори горять. І от в Сирії це відбувається. Бачимо, що там є кадри оточення деяких російських підрозділів військ. Топчуть портрети Асада, Путіна. Йде мова вже про якісь повстання, мало не в Дамаску, перестрілки. Так. Ну, таке враження, що режим Асада тріщить по швах, принаймні зовні це так виглядає. От, і хотів, власне, вашу думку почути про те, і коли Путін має, значить, заходити там по-серйозному, бо ми поки що бачимо кадрові відставки, зміни, там генерала Кисіля зняли. Тобто, ну, видно, що незадоволені в Кремлі, очевидно, тим, як відреагувало російське угрупування військ в Сирії на ті виклики, які з'явилися. Ну, видео, кстати, епическое. Под возгласы «Аллах Акбар» горит российский аквафреш. Потому здесь воистину Акбар, так это точно. И пусть дальше продолжает враг твоего врага, на данный момент твой друг. И потому мы точно должны поддерживать такого рода действия разными механизмами, включая прямое участие и, там, допустим, какое-то посредственное, допустим, тем же целеуказанием, чем очень хорошо занимается Главное управление разведки у нас. Там все-таки не одна группировка, там много группировок, наверное, до десятка, если можно так сказать, интересантов завала этого российско-асадовского режима. И вот то, что сейчас происходит, как раз это к этому и приведет. Россияне пытаются там как-то стабилизировать ситуацию, в основном с помощью авиации. Но как только у этих освободителей Сирии появится более-менее толковое вооружение, я думаю, российские самолеты либо перестанут взлетать, либо их просто посбивают в воздухе. А это, я думаю, как раз должны появиться у них такого рода механизмы в ближайшее время, и российская авиация потухнет в Сирии. Для нас это очень хорошо. Почему? Потому что даже один борт уничтоженный, там Су-34, Су-35 в Сирии, он в конце концов не доберется до нашего Восточного фронта через какое-то время, и летчик уже вряд ли поднимется в воздух, если попадет в руки аллах-акбаровцев в этот момент. То есть есть положительная динамика для нас, для Украины, во всем этом движении. Интересантов действительно много. Начиная от американцев, там ЦРУ однозначно вопросы решала, потому что там именно такие, я бы сказал, проамериканские силы включены. В основном на базе курдов. Есть протурецкие, они тоже очень активные, протурецкие силы, которые вот сейчас выходят в сторону Алеппо, это как раз северо-запад Сирии, туда ближе к Турции, это очень важно. ИГИЛовцы там однозначно с юга Сирии активизируются. Сейчас как-то свое слово должны еще иранцы сказать. Хизбалла сейчас занята восстановлением порушенных позиций в Ливане, то есть, скорее всего, туда оттянется. Иранцы где-то зайдут, но я думаю, Сирия, в конце концов, зачистится от Асада и от российского участия. Для нас здесь большой плюс. Есть проблемы для Израиля, то есть, ну, это уже их проблемы, нас они, в принципе, касаться не должны. А чем меньше россиян на земле, военных имеется в виду, тем лучше. А если вообще Россия рухнет, и тогда вообще ни одного россиянина на земле не останется. Как в свое время, вот после развала Советского Союза, не осталось ни одного союзника. Дякую вам дуже за, власне, цю розмову. Розмова щира, емоційна, як завжди. І наших глядачів закликаю коментувати активно, почути сказане, обговорене у нашому діалозі з паном полковником Романом Світаном. Ми, як то кажуть, прощаємось ненадовго. В такій компанії ще цього тижня обов'язково побачимося. Тим паче, що подій попереду, я впевнений, цікавих і неординарних буде доволі багато, аби обговорити. Вам величезна подяка за цю розмову, пане полковнику. До свидания.